12 декабря в полицию по факту мошенничества поступило заявление от 93-летнего жителя Энгельса и его 84-летней супруги. По словам пенсионера, в обеденное время на стационарный телефон им позвонил неизвестный и представилась сотрудником пенсионного фонда. В ходе разговора женщина спросила о состоянии здоровья, родственниках и о качестве оказываемых социальных услуг. Войдя в доверие, она сообщила, что якобы в обороте сейчас находится большое количество фальшивых купюр, проводится их обмен, при этом пенсионеров посещают по месту жительства. Через некоторое время домой пришла женщина, якобы тот самый представитель государственной организации. Поверив незнакомке, заявитель и его супруга передали ей все свои сбережения в размере 1 200 000 рублей. Взамен неизвестная выдала им квитанцию, убедив, что при предъявлении ее в ближайшем отделении банка им вернут денежные средства. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы. Главное управление МВД России по Саратовской области призывает жителей не спешить выполнять просьбы незнакомцев, кем бы они ни представлялись, и тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Обращаем внимание на то, что сотрудники пенсионного фонда не запрашивают по телефону паспортные данные, не ходят по домам и не оказывают на дому государственные услуги, не проводят опросы, не информируют граждан о денежных реформах и не производят обмен купюр.